Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 3 июня, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Поздравляем с именинами Михаила. Это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится как «богоподобный». Небесным покровителем его является благоверный князь Михаил Муромский. В XII веке жил на земле русской князь Константин, и было у него два сына – Михаил и Феодор. С позволения отца взял благоверный князь Константин в свой удел город Муром, который был населен язычниками. Сильно князь желал просветить народ муромский, да поведать им о Господе нашем, Иисусе Христе. И решил Константин отправить в город посланца. А выбрал он на эту роль своего сына Михаила. Не прикословя, святой Михаил покорился отцовской воле и отправился в Муром. Придя в город, он начал рассказывать местным об истинной вере Христовой. Только оскорбило это идолопоклонников. Упорные язычники схватили сына князева и убили, а тело его бездыханное бросили за городом, после чего стали готовиться к бою. Охваченный горем, князь Константин с войском подошел к городским воротам. Муромцы увидели превосходящее количество воинов и отказались биться. Только веру Христову принимать все-таки не пожелали. Не принуждая язычников силой принять христианство, князь не оставил, однако, мысли об их просвещении и прежде всего построил храм Благовещения на месте убиения своего сына. А вскоре возвел и другую церковь в честь святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. А еще своими молитвами к небесным заступникам мы поздравим Константина, Елену, Ярослава, Федора, Андрея и Кассиана. Не забудьте посетить храм, а если возможно, то и причаститься. С Днем Ангела вас, мои дорогие! Пусть все святые молят Бога о нас, да хранит вас Господь!